Это утро сегодня 1 мая. Вышел дождик, начинается маленько. Вот я вышел, и голуби у меня перед глазами. Вот и двери наши. Дождик накрапывает. Успеть маленько снять, показать. А то у меня все время стоит. Вот еще на, еще прилетел. Но иди скорее. Иди, иди. Голубей еще у меня здесь маловато. Ну ничего. Начинает водить, там уже четверо на подходе. О, еще один. Да сколько вас у меня, а? Да красота-то какая утренняя. Я уже события дня насчитал. Ответил письма. Ну, 2 часа встаю ночью. Неполных 2 было. А тут попросили, позвонили выкопать 2 ямы. 50-50 на 50. Садить, яблоньки хотят садить. Ну вот, сказали, где. Вот между качелями, это Надя... Надежда Дмуха Савинцева. Ну вот показать все здесь делаю один. Здесь попилил я, убрал. Тут они такие вишни были. Вот так показать. Это вот наша ель, красавица. И под этой елью я люблю сидеть. Вот издалека видно, нет, будет. Вот я сделал ведро такое, оно сломанное. На нем сидеть, а под него мешок. Мешок вытащу и на него сижу. И можно даже подремать. Вот она ель, какая высокая. Ну, а рядом береза. Береза уже ниже. Ниже. Вот так, сейчас пойду калитку открывать. Надо подойти открыть. Сегодня вторник. Это молочный день называется. Из Потеряевки должны приехать Игорь. Не знаю, кто еще приедет, нет. Надо все развязать, а то кто-то придет. Вот так. А то, говорит, вы не закрываете. Закрываем на ночь. Показать на улице как. Вот я всегда выйду, выгляну. Вот рядом соседи. Поверну туда вдоль улицы. Все. Кто увидит, скажет, что-то снимает утром, что-то случилось. Ничего не случилось. Господь миловал. Вот. Попадает. Я закрываю ладонью, чтобы... Вот оно у нас. Вход в храм. Какой крест? Вот какой должен быть крест. А то на концах накручено везде, на ризах какие-то там лепестки. Да и при том еще такие, сходятся на нет крест, крестовина, так по краям шире-то. Ну, ну, это ясно дело, что не христианский. Гитлер награждал такими. Ой-ой-ой, бегут ко мне навстречу, увидали меня. Ой, за мной гоняются. Ну что, дикари? Вот они, дикари. Не дикари, и тут только. Вот они мне на руку садились и... Сейчас я ими не занимаюсь, больше там сижу. Вот сегодня сейчас должна приехать Надя Дмуха. Вот я иду сейчас к себе. А смотри, они за мной. Вот я пячусь, они за мной бегут. Иди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну что, да бежите-то за мной, а? Ну, ой, вплотную. Давайте. А вот тут у меня лук. Лук растет, бутун будет. Батун ли, как правильно назвать? А кошки подходят, и чтобы кошки, коты не подходили, загородил железом. Вот внутри уже пробивается зелень немножко. А тут вот одуванчики будут расти возле дома. Соседний дом. Одуванчиков набираю. Вот уже пробивается тоже. А это вот лежат, открыли виноград, надо подвязывать. Там малину маленько пробрали, все прочистили. Там крыжовник маленько. Вот яблоня стоит. Надо ее сухие эти, насохли с прошлого года. А это очень хорошие кусты калины. Ну вот они ждут. Что я уже дал, больше нет ничего на сегодня. Ну, да хорошие, мы-то откуда-то прилетели. Вот так. Так, я вот... Люблю ходить в валенках. 1 мая сегодня, а я в валенках. Вот они, валенки у меня такие. Легко надевать. Ну, прям вплотную. Вот они опять.
Ну что, пришли опять, а? Ах, вот, а что-то. Вот они где, вот они где. Ой, где они у меня? Вот они еще летят. Ой. Ну все тут. Теперь что мне надо здесь открыть было? Это подойти на ночь. Завязываю, чтобы... Веревочка. Вот и все вместо замка. Ну что тут вот засыпилось. Так. Ну вот сарай. Вчера Миша здесь собрал, который можно сжечь. И как хорошо. Тут уголь. Конечно, порядка тут мало, но все держится. Вот так. Ну какая радость. И вот я гляжу, эти выступают священники, там диаконы на меня, там, а они злятся, а у меня радость. Вот они пришли. У злого человека голуби не водятся. Звучите эту фразу. У злого. А у меня фактически здесь, в избе и наружу, две голубятни. И в деревне две голубятни. Я с голубями всю жизнь вожусь. О, вчера дрова привезли. Слава Христу. Вот уже мокро. Видно, что все мокро здесь прикрыто. Дождик капает. Видно, нет. Надо идти домой положить. Все. Ну еще, что вышло? Стадо целое. А? Ай-яй-яй. Ну, мои хорошие голуби. Да они ищут поесть. Пшеничка у вас там есть? Идите, ешьте. Ой, какие красавцы. Да какие хохолки у них. Шиньонщики какие. Как они летят в воздухе, переворачиваются. Вот они какие. Ну и все пока. У-у-у, вода капает. Вот она. Надо идти домой. Я главное в избу захожу, а они за мной. Я даже дверь открывал, показано есть. А голуби в избу заходят за мной. А там я их с руки кормил. Вот они. Дверь открою, а они туда сами заходят. У меня такой был момент. Возился с голубями. Это вот что тут? Сыр вчера размораживал холодильник-то. Ну все. И везде у меня семечки. Вот в банках голубям дать. Все на этом.